Шаг влево, шаг вправо. Привет! Я здесь уселась как можно поудобнее. Сегодня такое немного интересное видео. У меня уже когда-то что-то такое было. По-моему, солнце меня пытается атаковать сквозь планку, за которую я спряталась. Сегодня, конечно, замечательная такая погода, солнечная, причем уже который день подряд. Но у нас очень морозно, сегодня минус 16. И в эту замечательную погоду я хочу с вами протестировать одно средство. У меня закончились недавно тональные основы. Средство осталось у меня совсем по чуть-чуть. Задалась таким вопросом, что бы мне такое приобрести. Вот эта тональная основа Lumine Langwear Blur Foundation, она мне очень нравится. Она очень пластична, не слишком перегружает лицо, не забивает поры. Она вот просто что ни на есть та тональная основа, которую я хочу видеть на своем лице. Соответственно, я искала что-то подобное и набрела недавно в Rive Gauche на вот этот кушон, который все так разрекламировали. Не собираюсь опровергать никакие мнения. У каждого своя кожа, у каждого свои взгляды, потребности и предпочтения. Я протестила в Rive Gauche, ну, буквально, наверное, все, что новенькое появилось, все, что мне хотелось протестить. И из всего, конечно же, я выделила вот этот кушон. Тем более, мне просто интересно вообще, что это такое. Я думаю, девочки меня понимают в этом плане. Я извиняюсь, у меня здесь ферма, у меня миссия, которую мне нужно выполнить, собрать определенное количество хрюшек. Вернемся к тональной основе. Она мне еще запечатана. Мое любопытство было настолько велико, что я даже не распечатывала и не влезла туда пальцами. Но на самом деле хотела это сделать все именно с вами. И, кстати, в Rive Gauche сейчас идет розыгрыш от L'Oréal. При покупке, по-моему, любого средства, не будут врать, но вот это средство стоило что-то около 1000 рублей. Мне предложили поучаствовать в розыгрыше. Соответственно, большая ваза, стикеры L'Oréal, выбирайте любой, там написан ваш подарок, мгновенный. Я выиграла, как нельзя кстати, это базу под макияж. Infallible Mattifying Base. Ну и вот как раз сейчас все это попробую. На лицо я предварительно нанесла гиалуроновая кислота, коллаген, аквагель от Novasweet. Сверху я нанесла масло конопляное. Оно довольно-таки впиталось, и я думаю, можно приступать. Поближе чуть сяду. Господи. Здесь у нас пуховка такая, очень хорошая крышка такая, плотно закрывающаяся, запечатана. И вот само средство. По оттенку сразу скажу, я тестировала первый, третий, который у меня в наличии, четвертый и седьмой. Может быть, есть еще какие-то, я не знаю. Я хочу, кстати, в течение дня проходить с этим средством, как оно будет вообще работать с моей кожей, взаимодействовать с уходом, которым я пользуюсь. В целом, мои какие-то впечатления. Потому что средства, я вам скажу, не из дешевых. Так, я не знаю, чем наносить. Вот этим спонжем, либо своим блендером, который я намочила. Попробую спонжем. Вау, дофига средства, если честно. Буду наносить и под глаза, так как не заявлено, что это средство какое-то подсушивающее. Так, средство мне подходит по тону кожи. Немножко розовит ее, конечно. Хотя мне казалось, что вот именно третий оттенок, он немножко такой желтоватый, потому что четвертый написано было, что он именно с розовым подтоном. Третий у меня идет ваниль. Здесь еще, кстати, SPF фактор 29. Тридцатки не дотянули. SPF фактор это очень круто, даже в зимнее время. Так, ну, при нанесении хочу сказать, что вообще легчайшее покрытие. Но, честно вам сказать, вот это средство, мне кажется, подойдет очень для девушек, у которых просто вот идеальная кожа. В целом, я вижу, что тональная основа подчеркнула у меня некоторые шелушения, которые есть на носу. Я просто часто вытираю нос. Так, проработаю крылья носа, потому что у меня именно в этом месте очень расширены поры. Ложится оно неплохо, я вам скажу. И при том, что предварительно я наносила очень жирное средство на лицо, мне кажется, тон совсем не увлажняет.
сияющий. Тон как раз таки, наверное, для комбинированной кожи, для жирной кожи. Толстым слоем, мне кажется, это будет совсем не то. И так уже замечаю его, если наслаиваю. Но в целом его незаметно. Я в шоке, я первый раз вижу такое средство. Не буду ничего подправлять. Я нанесу только румяна. Да, наверное, нанесу все-таки консилер в область под глазами. Потому что мне сейчас нужно выбегать. И я не хочу, чтобы мои синяки были очень выражены. Хотя это средство имеет какие-то немножко светоотражающие частички. Потому что я нанесла немного под глаза. И, как вы можете заметить, преломляется свет. Соответственно, за счет этого синяки мои меньше видно. Я только сейчас опомнилась, что я не попробовала вот эту вот базу. Пока я тут умывалась и красилась, так проголодалась. Боже, я когда-нибудь закончу этот видос. Ферма, Катя Клэп. Так как до этого я кушон нанесла, соответственно, без базы, я уже умылась, заново нанесла уход, и пришло время базы. Давным-давно пользовалась базой, эта база была от Мальвы, именно от L'Oréal, я такого вот ничего не пробовала, ничем не пахнет. Я разотру между ладошек, ну, обычная силиконовая база, может быть, ее не стоило наносить на все лицо, но... уже поздно. Она, кстати, как-то пузырится. Как мыло какое-то. Мне только ролики про косметику снимать, блин. База нанесена. Теперь наносим снова средство. Мне интересно, как оно будет наноситься. Мне кажется, без базы было лучше. Поестественнее выглядело, что ли. Так, нанесу снова консилер. Последнее это румяна. В простонародье. Обязательно нужно плюнуть на свою кисть. То-то я вообще не бьюти-блогер. Норм. У меня получился такой, знаете, макияж, наверное, без макияжа. Я обожаю такое делать, когда мне нужно просто быстро куда-то выбегать. Я, кстати, еще мокрые волосы. Их нужно привести в порядок, тоже высушить. Макияж готов. В течение дня я буду иногда включаться. Начало первого. Соответственно, от этого времени будем вести отсчет. Так, ну что, прошло уже 3 часа. В целом, мне нравится финиш, что это средство не особо выделяется на лице, да и вблизи не видно, что на лицо что-то нанесено. Сухие области, они как были подчеркнуты, так и остались. Жирный блеск, я бы даже не сказала, что он есть. Туда, куда я наносила румяна, все так и осталось. Если трогать это тональное средство, допустим, вот как я нос терла, и средства здесь на кончике носа уже нет. Ну и также вот здесь вот все проявляется. Ну что, хороший будет тест-драйв. Еще при минус 16. Вам, наверное, не видно, но тест-драйв продолжается. Буду заканчивать. Мне сейчас уже снова убегать, поэтому хочу подвести итог. Средство, в принципе, осталось на лице. В тех местах, где я не трогала лицо. Под глазами я вижу, что он тоже пропал. И консилера я наносила совсем-совсем чуть-чуть. И в носогубных складках провалился. Ну, давайте будем исходить из того, что средство, в принципе-то, очень легкое и покрытие было очень тонкое. Я просто офигела, какое оно невесомое. Я не ощущаю его на лице. Не вижу его. Это самое главное. Нужно хорошо увлажнять лицо, и чтобы шелушений не было, тогда будет вообще круто. Ну, а я с вами прощаюсь. И пока-пока-пока. Камера на моем плече. Это съемка видео вообще на высшем уровне.